Привет, меня зовут Рома Скиндер, и сегодня, как я вам обещал, буду видео делать, как я лечу в Казань, еду в Казань, и, в принципе, что там такое будет, да. Когда будет время, я буду записывать для вас видео. А сейчас, смотрите и наслаждайтесь. Но перед тем, как этот ролик начался, советую вам поддержать меня лайком, чтобы я быстрее вернулся, и подписаться на канал, да. Это для меня будет самое важное. Но еще не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Вот тут все такое. Аэропорт. Надо, я стою тут в очереди очень долго, поэтому очень долго. Давайте встретимся в самолете. Ребята, мы в очереди стояли. Сейчас будем понадвигаться куда-нибудь подальше. Ну, в общем-то говоря, все идет пучком, сейчас скоро будем в Казани. Ну как, буквально через 4 часа. Пошли, куда-то встали, странно говоря, и опять пошли. О, поехали. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Рассмотрите ее внимательно. Открыть шторку иллюминатора. Мы уже скоро подлетим, перевести мобильные телефоны и электронные устройства в авиарежим. Обращаем ваше внимание. Ребята, мы готовимся уже к взлету. Раньше были вот там, вот он, а теперь тут. Проверка идет, вот. Давайте, смотрите, просто класс. Да, класс. Так. О. Сейчас уже будем взлетать. Давайте, готовьтесь к взлету. О, ребята, поехали. Поехали. Едем. Что-то прям на канал контент готовишь? Да. На сайте. Так, сейчас уже скоро полетим. Давай. Добро пожаловать. Понеслись. Ребята,
видите, там вот Финский залив. Вот Финский залив, я его так пальцем ввожу. Ого! Вот Финский залив. Классно. Ой, на вираж заворачиваем, заворачиваем. Куда-то. Смотрите, бардачало у нас капец. У нас тут есть балкончик. Вот, смотрите. Наконец-то нам все-таки выдали эти телефоны. Вот тут выход на балкончик. Так, вот видите, как там все. Вот. Классно все. Прекрасно. Здесь у нас вот такая фигня. Тут все хорошо болтает. Все так. Сейчас мы откроем. Тут у нас душ, тут у нас раковина, тут я. Так, тут. Тут самый главный, кроме меня. Тут еще бардачнее. Тут телевизор. Тут мы смотрим, то есть лежим. Знаете, я живу вот на этой кровати. Мой друг на этой. Мой друг на этой, мой друг на этой, мой друг на этой. И дальше, если мы выйдем в коридор, тут, привет, тут такой коридорчик, мы тут можем пройтись, мы можем до туда пройтись, тут, в принципе, нам никто не запрещает, кто нам запрещает-то это сделать-то, не знаю, когда у нас там телефон заберут, но не... Понятно все. Так, а мы идем сюда. К открытому окну. Тут такой вид. Нам показывают. И можно возвращаться обратно. Тут лестница. Но пока у нас телефоны не забрали. Я, в принципе, меня тут никто не задерживает в комнатке, поэтому я сейчас буду тут что-нибудь делать. Давайте выйдем на лестницу, что ли. Вот лестница. Только там кто-то что-то шумит, поэтому я туда не пойду. Так. Тут наши футбольные принадлежности. Поэтому у нас тут все в порядке. Пройдемте. Вот сюда. Тут крыша. В принципе, тут ничего, опять же, нет. О, господи, как же так это стало. Не, на манеже что-то все ярче и ярче. Так, ну мы сейчас пойдем. Да, но нас еще долго не позвали. Так. Посмотрим, что у нас тут. Играли. Зачем обратно в комнату? Помахал быстро! Быстро помахал в камеру. Спасибо. Не успела все продать, убежала под кровать. Помахай подписчикам! Привет! Даня! Здорово! Мы отлично! Влад! Помахаешь в камеру? Спасибо!
Все, наконец меня послушались. И, кстати, новое видео с мерчом моим, да? Он не продается, поэтому давайте спокойно тут начнем. Второй день наступил сборов, да. Тут я живу, тут Миша. Помахал камеру! В общем, да, тут, как всегда, мы начали. Ну, конечно, сегодня мы встали в 5 утра, как-то странно получилось. Потому что кое-кто нас разбудил. Поэтому... Что могу сказать? Так, тут я пишу. И, конечно, ну, тут надо написать то, что черный день, я встал в 5 утра. Ну, не только я, потому что... Ну, вот тут я записываю все, ну, все вот эти самые, как там называются, фильмы какие-то, ну, типа, яркое то, что произошло за день. Тут моя зубная паста, тут все хорошо. Книжка, зарядка, мешок. А, еще два папита моих. Так, это ABCD и FG, это типа алфавит. Так. И вот. И я хлопаю их всех. Так у меня чуть неприятная сторона. Сейчас. Да, хорошие мои телефоны выключаю. Ставлю на зарядку. Окей, давайте до вечера. Вот попытки я похлопал. Поэтому сейчас у нас уже скоро заберут телефоны. Жаль, поэтому нам нужно уже идти там на завтрак. Мы ведь много чего произошло сегодня. Я похлопаю попыт, ну ладно, давай. Ох, ну что ж, ребята, мы приехали с игры, мы все игры выиграли. И представляете, вы, наверное, этого не ожидали, но у меня сегодня день рождения, да. Вам огромное спасибо, то, что вы набрали 200 подписчиков на моем канале Рома Скипер. Да и вообще, были очень крутые мои подписчики. Очень будет приятно, если вы под этим все-таки видео не только обычные комментарии, но еще и какие-то поздравительные комментарии напишите. Это будет очень приятно. Я вас пролайкаю вот таким знаком от канала, да. Вот вы это хотите, вот прям вот шанс для вас, да. Вот просто будет классно. Я один из этих комментариев, я высвечу в одном ролике и покажу. Да. А еще не забывайте, у меня конкурс, поэтому переходите и смотрите. О, ребят, снова всем привет. Это новый день. Правда, уже день, уже обед даже прошел, но окей. Ну окей, ну, в общем-то говоря, тут у нас все хорошо. У нас... Мы уже завтра улетаем, я это засниму. Смотрите, тут у нас... Смотри, Ром, вот как я выгляжу в очках. Снимаю! В общем, это... Вот, я на балкончике сижу рядом, поэтому я с футболкой. Нормально, у меня проводится конкурс. Давайте, снимайте, чтобы получить 1000 рублей. В общем-то говоря, да, нормально. Ах, ладно, все нормально. Поэтому Ром, это очень классно. Давайте до завтра. Или давайте до завтра, или... Не знаю. О, ребята, короткое видео получилось, понимаю. Ну, может быть, это для вас короткое, просто на самом деле... Уйди, пожалуйста. Просто на самом деле очень, ну, очень... У нас очень... У меня очень много прошло дела, поэтому, ну, если я... Очень короткое получилось видео, извините, блин, тут сейчас все понапрягают на камеру. Ну, извините, я просто Ромин друг. И, в общем-то говоря, нам нужно уже сейчас уезжать будет. Мы наконец-таки уедем с этих сборов. И наконец-таки вот мы будем на свободе. И после 10, ой, то есть там 5 дней мы наконец-таки отсюда уедем. Мы сейчас будем ехать в автобусе, я это буду снимать. Да, поэтому и насладиться. И в самолете тоже, да, я буду снимать. Это просто жесть в самолете летать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, давайте. И, кстати, итоги конкурса подведется уже 30-го. Давайте. Вот, блин, втихаря. Тут очень, очень много людей. Тут очень, очень много шума.
поэтому сейчас... Ты это в YouTube снимаешь, я тебе все запомню. Да не... Нет, это не на YouTube! Стой, 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 стой. А, это... Подписывайтесь на Рому Снипера! Я это обрежу. Подписывайтесь на Рому Снипера! Чем ты точно на Вашума? Там флаг России. О, друзья моих подписчиков, привет, мы вот это самое уже в аэропорту. Их меня очень плохо слышно, но постараюсь громко говорить. Сейчас мы уже вот выезжаем. Вот. Мы вот так вот двигаемся назад и полетим вперед. Кстати, да, привет. Мы наконец-таки уедем от этой Казани. Вот. Были времена. Очень много времени. Так, мы там жили в этом отеле. Сейчас мы наконец-таки от него уезжаем, поэтому очень классно. А ребят, меня не видно. Но вот окно, мы сейчас будем взлетать. Говорят, что во время взлета выключают свет. Вы меня видите? Вот это я. Выключают свет во время взлета, поэтому вряд ли будет как, смотреть, как мы взлетаем. Правда, вы меня даже не видите, но пока. Thank you.
заснял. И заснял я это, уже не знаю. Господи, ребята, это так классно. Ой, ребята, это заслуживает лайка. Спустимся, я не могу, наверное, поэтому переносите все в аэропорт. Раз, два, три. Сейчас я иду домой. Всем пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.